И всем привет. Вот мы вернулись в игру. Я не знаю. Operator. Тут, короче, какая-то лажа. Я ему не могу помочь. Так, что-то там еще закончили строительство. Так, что у вас там все? Возвращайтесь на базу, все. Баня идите. Где-то что-то там строят, а где что непонятно. Там чуть-чуть, там чуть-чуть. Ну, потихоньку строят, конечно. Курятник еще долго будет. Так, где там-то метка? Вы будете сюда ехать или нет? Потому что мы здесь еще не были. Ближе. Еще. Угу. Понял, обыскать здание. Там по-любому зомби будет. У нас автоматы есть? Есть, но патронов нет. Надо поискать патроны. В смысле, у меня часть уже отстреляна. Боеприпасов. Так, эти пришли. Так, пускай ищет. Эти пришли. Так, говоришь, все по этим по норкам забегает. Не знаю, как им достать этот автомат. Его вообще никак нельзя вытащить. Так. О, чикен. Чикен сделанный. Так, одна травинка на два мяса уходит. А если я больше людей сюда накину? Не получится. А если одного оставлю? Давай одного ставим. Сюда надо хотя бы одного поставить. Во, пускай делает здание. А там до хрена что надо, но у нас вроде все это есть. Так-то так. Ищем. Что вы там нашли в Ready for Action? Ох, оружие. Мне надо, чтобы патроны нашли. Блин, они за... Ладно. Идите на базу. Разгружайтесь. Вам тут быстро. Это же машина все-таки. Да уж побыстрее, чем пешком ходить, это факт. Кирпич он еще валяется. Строители бросили, блин. Ты же все равно туда идешь, не мог с кирпичом пойти. Так, что у нас по этим? 19 человек. Фермеры, 7 строителей. Кто где? Собачки. К нам идут. Ешь твою медь, вы, блядь, вовремя всегда. Собаки копают землю? Да охренеть, они забор сломали, блядь, аху. Давай в это здание. Серьезно, они, блядь, прогрызли забор? Деревянный. Из бревен сделанный. Понятно. Дерево не актуально. Давай на кирпич. Кирпич ты можешь сделать?
У нас, кстати, кирпича до хрена. Давай вот это вот заделаем дыру кирпичом. Все-таки это уж получше будет. Машина пустая? Отлично, давай. Бревна надо было собрать. Завести. И кирпич, кстати, тут забрать, где-то он тут валяется. Где-то я видел. Забрали? Забрали. А, вот он. Давай, let's do it. Я сюда приходил, но... Так ничего здесь и не... Не знаю. Я там ничего не могу сделать. Так, я что тут еще где-то валялся, так что видел. Во-во. Смотри, сколько металла раскидали. Упыри эти. Езди, собирай ресурсы. Уже 13 медикаментов. О. Так, возвращайтесь опять на базу. Сейчас они быстренько разгрузятся, я их туда опять пошлю. А где еще команда? Оу. Let's do it. Ready for action. Going there. Going there. Ready for action. Let's do it. Садитесь и поехали уже. We're on the move. Так. Это мой про то самое во. Так, ну давайте, что ли, вот сюда. Консервы нашли, давай. Ух. Это машина? А, нет, еда. Орда и не маленькая. Блин, ну почему ты постоянно попадаешь на орду, блядь? Clear. Да, клир. Вот они сейчас сюда пойдут, вот это будет клир, блин. К нам. Давай-давай-давай. Едьте, едьте. И не делись уже. Они в тумане, короче, остались. Войны. Так, давай сюда. Ага, вижу. Они плывут? А, это не... Блин, как их много-то, а? Нам надо, чтобы вы патроны нашли. Надо было из склада взять хотя бы пачку, блин. Я тоже что-то не подумал. А из склада, кстати, взять нельзя. Кто вам разрешал машину садиться? В смысле, заводить двигатель? Блин, они так рядом. А как раз вот сюда надо. Там по-любому куча... Куча всякой ерунды. Clear. Ничего не нашли. Давайте there. В этот. Раз такие к нам шли. Опа. Опа. Вот это точно уже где-то. Так, бляха. Давайте в это здание, да быстрее. Они тоже сейчас будут помогать. Четко, четко, четко. Что-то нашли-то? Вы серьезно ничего не можете найти? Давай. Эти здесь сидят. Еду нашли. Ну давайте, хоть что-то. Нам еда нужна, потому что потихонечку она как бы уменьшается. Не то, что прям совсем сильно, но потихонечку уменьшается. Кого-то погрызли. Let's do it. Опять эти возвращаются. Да не то, что прям совсем бы шли, но
Да блин, он ничего не может найти. Как назло. Хотя бы пару патрончиков. Понятно. Ищите патроны, тюлени. Или так уже зайдем. Что сильно долго ищем. Блин, они топливо нашли. Мне нужное дело, конечно. Нужное дело, конечно, но... Офигеть, их много. Больше 10, это точно. Вот они в дом зашли. Ладно, пошли сюда. Must have been one of the safe zones. It seems it fell years ago, but the equipment somehow survived and kept transmitting. It's powered by solar panels that were occasionally catching some light. Maybe we could try to use solar energy too. Конечно. Waiting orders. We're on the move. Конечно, будем солнечные батареи использовать. Let's try. Ты хочешь сказать, я могу что-то построить из такого? Солнечных батарей? Либо у нас технология будет доступна. Так, что это у нас тут? Это не то. Это все не то. Это еда какая-то там. Это нам вообще недоступно. Производство кирпичей там было. Так. Я не вижу. Где тут солнечная батарея, это что? Это операция вообще. Basic что-то там. Infected, бла-бла-бла. Не поймешь. Я что-то не пойму пока, что от меня хотят. И где, главное, это все? Ну, в промышленном должно быть, но здесь нет ни хрена. Патроны я уже это... Оружку вот... Автоматик закрытый, 10 книжек, и там что-то надо еще. И не знаю. Пока не знаю. Или они просто книгу взяли. Ладно. Скажут еще. Только шелтер и этот, и больше ничего. Chicken house. Здесь только пистолет, больше ничего нет. Тут вообще ничего не было никогда. Это wooden tower и все, химия и антенна. Другое ничего не вижу. Забирайте все. Все, все забили, ладно. Едьте, тут пистолет еще у нас как штук осталось. А там орда, блин, сидит. Так. А ты. Надо тоже идти лутаться. Что с этим, я так и не понял. Я ничего там сделать не могу. Ни медикаменты они не могут забрать. Я туда положил, и все, все ушло. Один сет, это, короче, материал сайенс и все. Один строит. Тут один работает. Постепенно то ворота запечатывает. Еда, давай. Вы уже приехали? Приехали. А чего вы не разгружаетесь? А там места уже нету, что ли? Да, там уже забито битком. В машину залазьте. Подъезжайте, выгружайте.
65. 32 еды, кстати, еда, да, проседает прям. Патроны добавляются, вот еды все меньше и меньше становится. Так, давай. Вернемся за пистолетами. А, ну, давайте вот этот магазин обещите. Обещите. Потом туда. Так, эти идут. Эти ищут. Давайте. Еду нам кто-то выращивает. 4 еды и будет. Правда, это так долго все происходит. Так же, как и в этом курином. О, слушай. Одна штучка лежит. Одна курочка. Две курочки растут. Мало. Может, здесь и больше людей. Но у меня людей нет больше. Кстати, надо еще... Каждый день надо. О, валяется. Металл. Присоединяйтесь к нам. Как вас много? 6 человек. Как вы так долго выжили? Так долго. Присоединяйтесь к нам. 5 этот. Да ничего я там не буду посылать. Где вы? О, отлично, еще. Come to us. You have to come on your own and be careful. We're waiting for you. Ну, слушай, мы рядом. Уже там все? О, патроны, пистолеты. Давайте еще здесь заберите. Слушай, еды надо реально уже много, потому что... Потому что очень много людей стало. Блин, надо, наверное, еще одно поле сделать, что ли. Потому что у нас реально еды не хватает. Так, нам нужен еще один человек. Так, отсюда заберем, а фермеры запихнем вот сюда. О, хотя бы один. Так, они идут. Я думаю, до темна они не успеют дойти. Блин, вот это плохо. Ищите, давайте. Тут, кстати, зомбари вот в этом доме. Очень близко. Я не сейчас... Эти в дом сейчас зайду, да? Отлично. Вот орда вылезла. Ой, рядом орда. Ой-ой-ой-ой. Давай быстро и валим отсюда. Так, разворачивайтесь. Так, ребятки, придется повоевать. Let's do it, давай, фигачьте их. А морды тут вообще не нужны. Совсем даже. Кругу будем сейчас заводить и отстреливать. Патронов вроде хватает. Все меньше и меньше становится. Красавцы. Не прокачались? Так, где мы там были? Где-то здесь. Надо вот это все долутать. Так, ночью никого не видно там. Давайте в магазин за едой. У нас реально кончается еда.
Что нашли? Ничего? Это не смешно. О, еда. Консервы. Это хорошо. Одну консерву нашли. Ну, хоть что-то. Блин, надо было их разгрузить, конечно. Ну ладно, я думаю, что в этих домах не найдется столько места, чтобы мы не смогли разгрузиться. Clear. Чисто. Ready for action. Search done. We're on the move. Давай сюда. О, две консервы нашли. Уже что-то. Waiting orders. Let's do it. We're running out of resources. No more to find. Заканчиваются ресурсы. Да не сильно-то они и заканчиваются, я вам скажу. Ну-ка, давайте сюда. Так, блядь. Стой. Никуда не беги, вот сюда заходи. Мне машина там нужна, вот и давай. Ищите, все ищите. Так, эти. Ну эти в порядке. Может к ним съездить? Типа сказать, что приходите, что мы вас не бросили, типа того. Но на машину они не сядут, потому что их, во-первых, 6 человек. У нас нет места. Ладно, сами как-нибудь доберутся. Там уже недалеко осталось. О! Три консервы нашли. Точнее говоря, третью. Так, все две. Давайте сюда. Так, это... А куда вы пошли? А, понял. Они под завязочку набились. Карманы себе. Далеко идете? Слушай, может они еще успеют сюда зайти? Типа сопроводим их. Чисто. О, слушай, они забили уже практически все. О, инструмент. Инструмент — нужное дело. Все, да? Чего молчишь? Так, фут. Есть один работает, а что ж тут? Фарминг 3, а это что-то фуд продакшн. Так один тут работает, почему двое написано? Фиг его знает, короче. Ну давай ставь два. На всякий случай. Ёлки-палки. Просыпайтесь. Так, ну где я там? Ты дошли, вы дошли? Они не дошли еще до них? Roger. Понятно, им не надо. Им не надо помощь. Так, ладно, все, иди за ними. Roger. Вдогонку. Все разгрузили? Ну это же склад, блядь. Хреновый склад этот. Хреносклад. Возвращайтесь обратно. Так не переедьте их. Так, этот... Начало работать, отлично. У нас пистолетов просто, блин, дофига. Тут потихонечку разбирает. А тут очень-очень медленно строит. Так, вот они уже почти дошли.
Давай, вот этот дом уже... Да, забери, что там есть, короче. Они пришли. 6 человек, это неплохо. Да, но это 6 чертов. Они уже у нас? Да. Вроде бы. Вот 6 человек свободных есть. Так, давай-ка. Давай-ка вот сюда. Еще одного человека добавим. А это забор строили. Все собрали, говорит. Закончили что-то строить. Да, это очень долго все. Очень-очень. Давай, кстати, еще одну трансмиссию. Насчет еды не уверен. Вроде пока есть. Присоединяйтесь к нам и тишина. Так, ладно, что там? Команда. Сидите, молчите. В машину. Так, давай куда-нибудь поедем подальше еще. О. Что это тут? Дороги еще есть. Еще что-то есть. Тут все мелкое такое, а вот сразу, что более-менее крупное. Давайте, идите. Кстати, вот магазин всегда. Давайте сначала сюда заедьте. Сначала сюда. Этому помочь не получается, я не знаю. Как ему помочь? Четыре, отлично. И у всех пушки есть. Так, ну постепенно, конечно, они строят. Но это так все медленно происходит. Ресурсы носят. У нас железо, наверное, нифига нету, да? Да, железо по нулям. Давайте сюда. Нам надо железо. 6 человек, это уже неплохо. О, побежали туда. Толпа. Так, что там нашли? Немного еды, прям совсем чуть-чуть. Серьезно? Да, этот магазин. Он все-таки не маленький. Может, еда будет? Потому что еду он выжирает просто капитально. Такой может быть, что сейчас будет у нас голод. Людей много, а еды мало. Это не есть хорошо. Давай, иди что-нибудь собирай. Чисто, говорит. Что-то собрали? Одну консерву. Домик маленький, быстро сейчас его. Вряд ли они вообще там что-то найдут. Да. Не, патроны нашли. О, вот, кстати, еда. Давайте сюда сразу. И вот еще еда. Надо привезти сразу еду. Это факт. Консерву нашли, уже хорошо.
Одной консервой, конечно, сыт не будешь. Но все-таки одна консерва лучше, чем ни одной. Что-то 33. Следующий дом иди. Так, что вы там собрали? О, нормальной еды собрали. Давайте этот дом полутайте. У нас так скоро все и закончится, слушайте. Надо больше огородов делать. Серьезно. Тут два человека пускай трудятся. По одному человеку трудится, в принципе, нормально, по 4 урожая собирает. Не знаю, может быть, больше можно. А может и нет. Так, нашли что-то. Ничего. Одну консерву. Не густо. А книг у нас вообще только одна. Одна всего лишь книжка. Эти хоть патроны нашли. Но патроны такое дело. Так, что там в науке было еще? У нас ничего из этого нет. Ни хантинга нету, ничего. Нам не дают ничего из этого. Metalworks. Кирпич. А, не-не-не. Книжку вернули, да. Хотя, может быть, это тоже надо. У нас одна книга всего лишь ни туда, ни сюда. Ладно, давай. Там все равно один сидит, ничего не делает. Так, пускай хоть поисследует. Что-то нашли. Нифига вы не нашли. Всем нужны больше ресурсов. Не только тебе. Так, что там, давай. На этом пятачке сейчас все облутаем. Так, в смысле... А, подумал, ну что-то у нас ничего не осталось. И уходят. Давайте в этот дом. О, патрон нашли. Готово, давай вот этот. Что в машине? Не так уж много. Хотя 8 консервов. Уже неплохо. Что там, под завязку? Да, под завязочку. Тут получается битком забитое. Здесь битком забитое. А его отремонтировать, кстати, надо. Алло. Надо не тупить. Все, что покоцано. Тут вон куча патронов у них, да? Ну да. Чуть-чуть покоцано, прям чуть-чуть совсем. А тут прям все нормально. Слушай, тут почти достроили. Ну да, почти, да. Здесь был бы металл, бы почти достроили бы уже. А так ни металла нету, нифига. Металла нет, слова совсем. Зато сейчас будет еда у нас. Металл тут надо будет сейчас собрать, это я все время забываю. Тут уже частично сделано. Мясо, мясо, мясо. Так, подъезжай здесь тогда что? Давай сюда переключим. А не получается. Типа мяса еще нету, что ли? О, вас тоже надо отремонтировать. Надо перепроверить все здания, чтобы они были не поломаны. То есть, так. Центральный. Во. Чуть-чуть надо подчинить.
off your face and get to work. Waiting orders. Going there. Идут на тот склад, который забит. Но почему? О, освободились. Так, еда 42 штучки. Отлично, прибавилась еда. Ну давай вот в этот дом, что ли. А вы давайте сюда. Что там? Ой, прям маленький. В смысле, очень быстро обыскивает его. О, есть ресурсы, уже неплохо. Консерва, инструмент. Блин, это все дома надо переискать, это с ума с этим можно. А с этим я так и не, я не знаю, что с ним делать. Хотя там мы уже и были, облутались, но... Опа! Выживший. Три. Опа, где? Ах, вы ж уроды. Ах, вы ж уроды. Так, надо... Да какой сквад? Да идите сюда. Блин, сейчас всех людей поубивает. Ну быстро. Сколько вас? Ну что? Ну давайте, блядь, делайте что-нибудь. Отлично. Забирайте все. Ну почему вы не можете здесь пройти, серьезно? Ладно. Не можете, так не можете. Ну с этим поговорите. Please come to us. We'll take you in. Where are you? Где вы? А, вот они. Come to us. You have to come on your own and be careful. We're waiting for you. Далеко, слушай, прям далеко. Receiving. Sir, we've encountered a group of people willing to join us. Send them in. Берем. Блин, почему вы пошли, блять? Ну, а нет, они разгруженные. Я уже подумал, что нет, не разгруженные. О, красавцы. Возвращайтесь. Вы можете с этими связаться, вот с этим, который тут стоит? Что не происходит? Тогда валите отсюда, раз ничего не происходит. Заправьте машину. Разгрузите, сидите. Да отходите, что ли, я не знаю, я не могу на них навестись. Хрень какая-то. Топайте, товарищ, туда. Разгрузились, молодцы. С этим поговорите все-таки или нет? Они же в штабе сидят, я до них добраться не могу. Давайте за едой лучше едьте. Сейчас больше толку будет. Вы можете с ними поговорить или нет?
Мы же пришли, прям возле дверей стоят. Или не вовнутрь зашли? Да вот они. Ну. Капец. Как тут доходят? Эти тут что-то тут. Давай. Лутайтесь, короче. Так, о, наконец. А, отремонтировали. А вот и нет. Вот и не отремонтировали, блин. Меня сейчас зомби пойдут, они сломают эти ворота, потому что они их не доделали. Охренеть можно. Так там говорю, клир. Давай сюда. Может, нашли? Да, немного еды нашли. Ой, блин, они за этими выжившими идут. Отлично. Они спрятались. Молодцы. Они, кстати, уже большую часть пути преодолели. Патронов нет. Ну, вроде нас не слышат, а то хорошо. Ready for... О, кстати, я забыл. Давайте, идите, металл соберите. Где? Кто? Уже не видно их. Забрали металл? Все, отнесите. Нам металл нужен. Опа. Они вышли, отлично. Let's do it. Waiting orders. Reporting. Let's do it. Где зомби? Вон они. Они к нам пошли, да? Фигачься, фигачься, давай, давай. Один остался. Молодцы. Молодцы. Ну ты серьезно? Ты можешь с этими вот поговорить, вот с этими тюленями? Может быть, как-то можно это все дело переместить, что ли, куда-то, не? А, я сквот снова, не-не-не. Можно как-то тебе убрать? Можно. Нам новых не надо. Пока нам этих хватает. И с этим не могу разобраться быстро. Так их много. Тех туда пошли, этих сюда пошли. Те тут сидят, и там сидят. О, пушку нашли. Ищите дальше. Ничего не нашли. Вообще ничего. Чисто. А, еще консервы есть. Отлично. Отлично. Этот похож на этого, как в Блейде, который был этот вот помощник. Не помощник, типа, а кто он там был, я уже забыл. Похож на него. Так, где сюда?
Топай, топай. Там кирпичную стену доделали этого или нет? О, слушай, доделали. У меня 1000, а у дерева 400. Понятное дело. Тут уже почти все разобрали. Буквально чуть осталось одно бревно. Давай, давай. Где-то что-то в домах есть. Еще интересного. Блин, тут даже еще и кот не валялся. Вот выжившие 5 человек. Тут трое. Только я вот не могу на них навестись почему-то, и все, хоть и тресни. Так, пошли за этим. Так, давай тогда идите куда-нибудь. Все, работаем, работаем. Так. Сюда. Ничего не находят вообще. Плохо ищите, ребята. Плохо. А, эти уже выдвинулись. А те, что сидят там, спят? Я не успел. А вот и твою мать. How many of you are? Как вас много? How have you managed to survive so far? Please come to us. We'll take you in. Clear. Where are you? Вы где? О, вот они идут. You have to come on your own and be careful. We're waiting for you. Нам просто не на чем вас забирать, у нас нет столько машин. У нас вообще, скажем так, одна машина и все. Одна на всех. Так, еды все меньше становится. Это факт. Что вы там построили? О, отлично, они доделали это, да? Это 4 с оружием, вот. И это еще, ну, начали, да, начали делать. Ready for action. Ready for action. Let's do it. Две консервы, серьезно? Столько домов обшарили, только две консервы. О, а что же тут сидите, я не понял. Ладно, пускай обыщут, и сейчас я пошлем их обратно. Да какого лешего? Давайте в машину. Что, нашел еще одну консерву, давай. Молодец. Книжки вообще никто не находит. Книжек вообще просто нет. Дефицит. О, патроны еще, там консервы рядом. Тоже консервы нашли. Ищите, ищите, ребята, ищите. Я не знаю, что с ним делать. Сейчас они проищут и попробую сейчас все-таки еще раз их послать. Так, у нас что там? 6 человек бездельничают. Давай на строительство их. Так, а почему здесь нет никого? Во. А, это после ремонта, что? Не знаю, почему не уходит на базу. Откиньте нас. Почему они тут засели и все?
Непонятно. Ремонт надо поставить. О. А то есть, когда нажимаешь ремонт, они просто уходят туда, зашибись. Это я зря сделал. А, нет, они носят ресурсы. О, отлично, там чуть-чуть совсем было. Ну, чуть-чуть, относительно все. Все относительно. О, так вы уже под завязочку, давайте сюда. Еще раз заскочим сюда, я не знаю, что там хотят от меня. Что-то хотят, чтобы я их спас. Как? Как-то я спасал их. Пытался, по крайней мере, спасти. Я не знаю. У нас тут даже медикаменты, еда есть. И... удалить? Нет, удалить ничего не надо. Давай, садись в машину, конечно. Не... глюченная миссия какая-то, по ходу дела. Не, ребята, вы не сюда едете. Вы вот в этот едете. Так, разгрузился, отлично. Иди вон сюда, например. Да, все-таки здесь, конечно, дверей не хватает. Зато с этой стороны у нас много. Так, все с пистолетами. С пистолетами, а здесь? Тут еще чуть-чуть не достроили. Скорее всего, уже не успеет. Двух железов не хватает. Они с ними не разговаривают. Какая-то хрень. Просто, ну, почему опять здесь 5? Мне так много не надо, который готовит кушать. Можно как-то их переместить местами, не? Два человека больше, чем достаточно. Остальные вон сюда. Не хотят почему-то. Так, вы разгрузились? Разгрузили. Давай туда опять уж возвращайся. Надо же долутать. Clear. Ну давай тогда отсюда начнем. Roger. Идти как-нибудь там. По бездорожью. Для консервы пойдет. У нас опять зима. 0 градусов. Она ж ничего не будет расти. Вот здесь. Так, два человека, говоришь. Бля, опять не успел. Опять не успел. Где? А, вижу. Блин, надо, чтобы прямо им туда ехали. Ну, у нас оружие есть, но патронов нет. Может, найдут? Стой. А, ну не хотите? Мне надо их убить. Нам эти ворды вот тут вообще даром не нужны. Так, подожди, где там еще орда, говоришь? Не вижу. Здесь что-то тут у нас под завязочку. Давай домой. We're running out of stock. Take him down.
Блин, машину, наверное, повредили. Надо же было. Нет, чтобы чуть-чуть отъехать. Где? Где? Инфицированные подходят, я не вижу. Так, там еще патроны остались, еда. Хорошо. Так, ну давай вот сюда, что ли. Где-то этот, наверное, видел, где-то и здесь. Да иди ж такой. А, вот черт, да, идет. Ну-ка. Что-то нашли, ничего хорошего. Ищите патроны, у вас эти патроны кончаются. Да я видел он то, что они были. Здесь вон. Может, патроны хоть найдут. Ну, еда, давай. Это только доходит до кондиции. Блин, чуть-чуть не достроили, а? И пока там ремонт идет, они ни там, ни в ту не может находиться. Че, не нашли? Давай машину. Угу, сейчас надо их с ними разобраться. Только патроны найдите, пожалуйста. Хоть сколько-то там. Хоть одну пачечку, чтобы могли перезарядиться. Так, этот уже возвращается. Этот сидит, ничего не делает. Давай, иди, ищи. Хавчик. Людей очень много, очень реально много. У нас склад заканчивается. Вообще-то есть вот еще склады, место есть. Можно будет как-то по-другому. Забор просто придется делать из кирпича, наверное. И вот эти дома забирать. Забыли вот эти дома себе забирать. Или вот здесь кусок отгородить. Территорию до огорода еще построить. Даже не знаю. Что территория тут... Вот это же можно... Вот. Слушай, так это можно разбирать. Ё-моё. Ох, так нифига там сколько ресурсов еще. Тем более далеко ходить не надо, прям тут. О, дома, говорит, адаптирован. Какой именно? Какой бизнес-адаптинг? Я ничего не... Так, вот и что мы там можем еще построить? Так, закончили строительство, отлично. Есть ли тут ученый? Нет, давай. Нам ученый нужен. Так, нету никого. Почему-то минусанулся строитель. Фермеров сколько? Двое. Давай-ка. Один минус. Давай-ка вот сюда. Займись делом лучше полезным. Коробочки какие-то везде. Коробки валяются, какие-то разные всякие бочки. То, что можно разбирать. Вот еще. А, нет, это просто бочка. А ну подожди. Что можно на металл пустить? Нет. Не знаю, что это за ящики, но мы их будем разбирать. Они, во-первых, тут нам мешают строиться. Бочки, я не знаю, может быть, и не особо мешают. А ничего, тут такого нет. Пока это игнорится. По полной программе. Ой, я ж... Сидишь. А эти как они там? Ничего не нашли, серьезно. Дай машину. Сюда. А там орда. А время сколько? 10 часов, нормально. Что так далеко, блин, машину ставить и идти колотить?
Так, вы пришли, да? Не знаю, почему-то там нельзя ничего сделать. Так, куда? Так, нашли консервы и больше ничего. Ну, а тут нормально, мы же... Так, building complete, сказали только что. Что именно построили? Не хватает металлов, тупо не хватает. И там 4 человека находятся, ничего не делают. Так, вот что-то несут. Возможно, металл несут, да? А, во, отлично. Взяли оружие и зашли на базу. В смысле, отстреливаться будете. Так, вот они же пошли за патронами, за пушками, то есть, да? Внутри, кстати, ни патрона нет, ничего. О, взяли, пошли. Автомат у нас только один. Так, принеси патронов. Мало, слушай. Один остался. Мы что-то нашли? Консервы. Сколько времени, пока еще успеем облутаться, и чтобы не удрали. Чуть-чуть подальше. О, патроны нашли. Отлично. Так, затарились? Да, полностью патронами затарились и пушками затарились. Тут четко все. Тут патроны есть, но уже частично потрачено немножко. О, разбирает. Давайте, давайте. Блин, вот... А слушай, может у нас места нет, поэтому они это... А-а-а, Семен Семенович. Так, давай здесь казарму-то и сделаем. В смысле, этот шелтер. Укрытие. Ну, они уже себе, как говорится, домик присмотрели. Почему бы и нет, собственно говоря. Так, что там, что там, что там, где-то там. Консервы есть, давай, хватай. Не-не-не, мне ты дальний надо. Ничего не взяли, сидите там. А время уже скоро не выйдут. Давай сюда. Подальше от них. Ну, не то, что прям совсем подальше, но подальше. А где животные? Никого не вижу, никаких животных нигде нет. О, сразу консервы нашли. Ну, лучше бы патроны нашли. Давай. Это дошел. Дошли. Так, ну возвращайся, нам надо много всего. Особенно еды. Вы доехали? А, вот они затарились едой, давай сюда. Неужели ни у кого нету там, блин, пистолетов, в смысле патронов? Ой, уже час. Слишком длинная серия будет. Так, ну что ж, на этом буду заканчивать серию. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.